Эдди Дикон хотел лишь одного – тихой, скучной работы. У вас были травмы, которые могут помешать выполнять какие-либо задачи? Нет. Капитан, сейчас у нас нет работы для специалиста вашего уровня. Повторяю, я согласен на все, что угодно. Буквально на все. Добро пожаловать в Ridgeside Mall. Главный зал. Заметишь что-нибудь странное, сообщай, пожалуйста, перед тем, как лезть на рожон. Он выбрал не то место. Они приближаются! В неподходящий день. Пятеро охранников, вооруженных тазерами и пластиковыми наручниками. Вы не помеха нам и не спасение ей. Год в программе защиты свидетелей. Они ничего тебе не сделают, обещаю. Надо приготовиться. Есть какой-нибудь план? Устранить их столько, сколько получится. Что мы вообще делаем? Давай! Отправляем им весточку. Если она доживет до рассвета, каждый из вас будет найден и убит. А также ваши друзья и ваши близкие. Никто из них не выживет. Антонио Бандерас. Бен Кингсли. Я приду за тобой. Охранник.